что жизнь – это театр. А мне иногда кажется, что жизнь – это цирк. Три раза находила свое счастье и три раза с ним разводилась. Помню, по молодости влюбилась в артиста Гешу. Меня подруга познакомила, она с ним по телефону разговаривала и шепнула: «Это мужчина твоей мечты», и сунула мне трубку. Ну, договорились встретиться у метро. Я его спрашиваю: «А как я вас узнаю?» Он говорит: «Я брюнет». Я говорю: «А глаза?» Он говорит: «Есть». Я говорю: «А я буду в модной шляпке, рост 170, вес 63 килограмма». Он говорит: «А я буду в кепочке с весами и рулеткой». Ну, я пришла, вся такая модная, прическу сделала. Один глаз вперед смотрящий, а второй под челкой, как бы в засаде. А у него глаза такие большие, и они так ласково смотрят друг на друга. И он мне так лихо: «Ну что, как говорят пуговицы, оторвемся?» Сели в кафе отрываться. Он меня спрашивает: «Как вы обычно расслабляетесь?» Я говорю: «Я обычно не напрягаюсь». Я его спрашиваю: «А вы холостой?» «Я, — говорит, — боевой». «Спортсмен! Могу упасть и отжаться». Я говорю: «А я могу только упасть». И он так говорит: «А вы по Козерогу кто?» Я говорю: «По Козерогу? Я, наверное, гороскоп». Ну, говорю, в любом случае, женщина – это тайна, покрытая макияжем. А он вдруг ни с того ни с сего: «А ребеночка в честь моего дяди назовем Кузей». Я говорю: «Прекрасно, тогда я буду Кузькина мать». Я говорю: «Кстати, какие у вас красивые часики с камушками». Он так небрежно: «Сваровски». Я говорю: «Да, а я думала, вы купили». И вот так, слово за слово, вроде как любовь. Но со временем стала уставать от его сюрпризов. То вдруг заявил, что он вегетарианец. И мне главное задание: «Приготовь морковные котлеты». Я говорю: «А отбивные из укропа не хочешь?» Потом смотрю, через какое-то время мясо ест. Я говорю: «Что ж ты мясо ешь? Ты же сказал, что ты вегетарианец». А я, говорит, пощусь. То вдруг начал изучать китайский язык. Я говорю: «Почему китайский? Учи английский». Он говорит: «Нет, китайский». Я говорю: «Ну как будет? По-китайски очень хорошо». Он говорит: «Осень, колосо». Потом просто злить меня начал. Купил какую-то сковородку для своих диетических блюд. И главное, меня спрашивает: «Как узнать, что сковородка нагрелась до определенной температуры?» Я говорю: «А ты лизни». А из-за чего окончательно разругались, ехали через какую-то деревню. Геша был за рулем и не вписался в поворот, и влетел прямо в какую-то избу. А там бабка на печи сидит. Так он как ни в чем не бывало: «Как проехать на Москву?» Бабка говорит: «Сынок, прямо через кухню, хренач дальше». Все, думаю, хватит с меня артистов, хочу домашнего, заботливого. Встретила Игорька, очень даже домашний, среда обитания рядом с холодильником. Говорю своей подружке Таньке: «Ты знаешь, Игорюк у меня такой домашний, не курит, не пьет, не бабник». Танька говорит: «А он у тебя не дурачок?» Ну, поначалу следили друг за дружкой. Он рюмочку пропустит, я говорю: «Ой, по глазам вижу, что ты пил». Он мне говорит: «А я по бокам вижу, что ты ела».
Но через какое-то время обнаружила страшный минус. Игорек был жутко ревнивым. Он ревностью весь в свою мамулю пошел. Она вдовой вышла замуж за бухгалтера и просто извела его своей ревностью. Бухгалтер кричит: «Развод!» Она говорит: «Никаких разводов! Вдовой взял, вдовой оставишь!» И второй минус был. Игорек был маменькиным сынком. Ой, она его все время против меня настраивала. Как-то слышала, она ему говорит: «Где ты ее нашел?» Он говорит: «Мы познакомились под фонарем». Она говорит: «И что, фонарь не работал?» А поехали отдыхать. Пограничник его спрашивает: «Оружие, наркотики есть?» Он говорит: «Не знаю, меня мама собирала». А из-за чего окончательно разругались, пошел забирать из детского сада ребеночка и забрал домой воспитательницу. Я говорю: «Все, не хочу домашнего, хочу умного». Встретила умного Рому. Он мне сразу каверзный вопрос задал: «В каком году вы окончили школу?» Я говорю: «Если вы хотите узнать, сколько мне лет, то имейте в виду, что у женщин возраста не бывает, только износ и амортизация». Я говорю: «Учтите, в каждой женщине живет дура, стерва, ведьма, ангел и прекрасная принцесса. Кого разбудишь, ту и получишь». Ой, Рома был ни на кого не похожий. Даже по телефону вместо «Алло» говорил: «У трубы». Рифмы владел, мне стихи написал. Говорят, что в 45 баба ягодка опять, а тебе 41, ты же баба мандарин. Я ему тоже в ответ элегию посвятила. И на груди его могучей три волоска казались кучей. Беда, к рюмочке стал прикладываться. Мы с ним в Турции отдыхали, он с рюмкой вообще не расставался. Я ему говорю: «Ну что ты ходишь все время с рюмкой в руке? Люди же подумают, что ты алкаш». Он говорит: «Не волнуйся, дорогая, я всем объясняю, что несу тебе». Я говорю: «Мне нужны внимание и уход, понятно?» Он говорит: «Понятно, внимание, ухожу». Ну что ж, любовь учит нас прощать. Так что прощай, милый. И только со временем поняла, что можно было и не разводиться. Один муж был красивый, другой ревнивый. У третьего любимый праздник был День строителя. Все время из себя что-то строил. А идеального так и не нашла. А потому что идеальных, наверное, не бывает. Ну что такое муж без жены? Это как дуб без дятла. Это как блоха без собаки. Ну, конечно, мужчинам-то легче. Мужская психология какая? Если до 30 лет не женился, значит, в 60 еще рано. Ну, с женой тоже непросто. Жена как трудный ребенок. Вот и работай с ней, как с ребенком. Воспитывай, доводи до ума. С детьми же не разводится. И хотя с возрастом секс заменяется кряхтением... Мужьям даже целоваться лень. А я вам так скажу: мужики, да не заглядывайтесь вы на красавец. Ищите адекватных. Надо ценить то, что есть. Как говорят в народе, лучше целлюлит в руках, чем силикон по телевизору. Хочу сказать, да не заморачивайтесь вы по поводу своей фигуры. Все мужики живут по принципу: лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Поэтому живите дружно